количество калорий в одном грамме белка, углевода и жира? 4. Ты зачем мне подсказываешь? Какие руки у них для скуки. То есть мы, короче, добавляем в каждом подходе по 25 килограмм. Нет, а по сколько? По 10. И делаем по одному повторению. Посчитали. Бля, я дело в том, что я боюсь, что меня просто вырвет здесь. Дамы, представьтесь, пожалуйста, Денис. Да. Начнем с тебя. Я Меченко Дарья. Еще раз помню, камеры не смотрим. Забыли вообще об этом. Сколько лет, сколько детей у вас на двоих, чем занимаешься, каким спортом. Ну, побольше, любой информации. Я персональный тренер, мастер спорта по легкой атлетике, многократная победительница, призерка областных чемпионатов. А что за легкая атлетика? Какая дисциплина? Спринт бегала 100-200 метров. На каких, по какому результату? 11-80-100 метров. 60 метров, 7-60, ага. 7-58. Потом ушла качаться. Ну и здесь что? Финалистка чемпионата мира World Ladies Cup 2014 год. Здесь по какому виду? Фитнес-бикини, категория 163 до 163 сантиметров. И с тех пор всегда вот так стоишь теперь? Нет, иногда так и так. И очень много разных поз. А также финалистка Олимпии. Праге, 2014 год. Ты работаешь здесь тренером, правильно? Да. Меня зовут Чукшис Алена. Так, можно еще раз фамилию? Чукшис. Прекрасно. Мне 35 лет. Так. Работаю администратором. А, у нас аудитория 18-24, все, пошли. Мне 35 лет, работаю администратором в самом прекрасном клубе Биоритм. И вот совсем недавно обрела новый статус. Я теперь фитнес-бикини. Вот так вот. Тренирует тебя кто? Прекрасный тренер Амельченко Дарья. То есть у нас сегодня фактически Зарова будет среди тренера и подопечной, правильно? Да. 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 Ты готова по-настоящему, да, зарубиться? Не как бы, есть же такая тема, авторитет тренера, готова. Ты будешь по-настоящему соревноваться или сразу скажи? И по-настоящему. Конечно, только по-настоящему. Я готова доказать, что... Что ты сильнее, чем тренер? Нет, что с таким тренером можно становиться все лучше. И сильнее. Вот так вот. Хорошо. Итак, мы соревнуемся сегодня в 5 упражнениях. Мы начнем традиционно с разминки. Плохо размялся, быстро сломался, правильно? Ага. Все. А есть парни разминки какие-нибудь кайфовые такие? Парни? Да, растяжки. А вообще ты, в принципе, Алена, смотришь, в принципе, порнографию? Нет, конечно. Зачем? Рома, ты смотришь порнографию? Конечно. Как-то у тебя грациознее выходит. У тебя немножко так, как урфинжус и его деревянные солдаты. А зачем вот так вот с самого начала уже обижал? Каждый по-своему. Я даже смайлики ставлю, чтобы на меня не обижались. Я всегда говорю правду. Меня могут кто-нибудь позвать в гости и сказать, вкусные пельмени. Я скажу, да нифига. Я же правду сказал. А потом больше не зовут. Итак, я задаю такой блиц-опрос, спрашиваем у Алены, Даша проверяет, потому что как бы она же твоя воспитанница, правильно? Да, и посмотрим, как ты ее научила. На вопрос даем на ответ 15 секунд, в смысле на раздумье, если это нужно, а сколько отвечать, неважно. Итак, первый вопрос, где находится камбалоидная мышца? Даша, молчим. Один. Икроножная мышца. Икроножная, а камбаловидная где, Даша, молчим? Там. Где там? Там же икра, ты сейчас показываешь. Где вот икроножная. Ладно, хорошо, под икроножной. Под икроножной. А как ее тренировать? Сидя, либо просто поднимаем ножки. И сидя. Сидя, правильно, ладно, угадала. Хорошо. Продолжай. Итак, только сидя в тренажере. Второй вопрос. Как рассчитывается формула пульса для жиросжигания? Мы такое не учили еще. Это базовые вещи, на первой неделе должны быть. Вообще-то, чем больше пашешь, тем больше пульс и больше жиросжигания. Ага, да, прекрасно. Нет, неправильно. Даша, ладно, подключайте свою формулу пульса. Скажу. То есть ты мастер тренера, не знаешь, что 220 минус возраст, ты 70%. Конечно, знаю. Не знаешь, Алена? Вот теперь благодаря пожалуйста, вам буду знать. Не благодарите. Третье. Количество калорий в одном грамме белка, углевода и жира. 4. Ты зачем мне подсказываешь? Следующий вопрос. Сколько головок в трицепсе?
33. Да. Молодец, смотрите. Лучшее упражнение для развития плечево-лучевой мышцы. Разведение. Угу. Гантели, стороны. Угу. Поздравляю, гантели. Садитесь. Два. Плечево-лучевая, но по аналогии с камбаловидной, находится между бицепсом и трицепсом. Отвечает за пик бицепса. Пик поднимает. Поднимает бицепс. Жим. Нет, это опять ты дельта показываешь. О боже мой, Даша! Что такое скамья Скотта, ты знаешь? Я знаю, что такое тренажер Смита. Скамья Скотта, она есть у вас в зале. Вот, я тут только что видел. Как раз на скамье Скотта и качает плечево-лучевую. Ларри Скотт придумал. На какой минуте начинается процесс плавления жиров во время кардио и на какой заканчивается? На 20-й минуте. А заканчивается? Когда? 45. Хорошо, хорошо, молодец. Сколько раз Арнольд Шварценеггер выиграл мистер Олимпия? Много. Хорошо. Проценты веса от одноповторного максимума и количество повторений для работы на массу, на форму и на рельеф. Если ты делаешь жим, грубо говоря, на грудь со 100 килограммами, и ты работаешь на увеличение мышечной массы, то делается минимальное количество, но максимальный вес. Если ты делаешь это на рельеф, то берется где-то средний вес, либо меньший вес, и делается большее количество повторений. Ну так, на троечку натянула. Ну, последний вопрос. Что такое гимнастика Кегеля? Это работа интимных мышц для того, чтобы мышцы тазового дна укреплять вот здесь. А есть ли там тренажер этот в зале? К сожалению, нет. У нас рядышком магазин есть, там все есть. Да. К сожалению, Максим, да? Максим хотел, он даже спросил, говорит. В принципе, мы ради этого пришли. Ну окей, так, все. Словесная разминка закончилась. Приступаем к упражнениям. Меняем план. Первое упражнение — пятнашки ногами. Задача — наступить на ногу партнера, соперницы, и не позволить наступить на свою. Считайте вы количество вслух, кто кому наступает. Я считаю время. Время 2 минуты. Давайте не 3, а 2 минуты. Приготовились. Положили руки на плечи. На старт. Внимание, марш, пошли. Я не хочу наступать на микрофон. Сразу вторым, да. Два, три. Ой, извини. Я не могу наступать. Давай, смотрим. Работай больше на ножках. Движение жизнь. Скачи. О боже мой. Все. Работаем, что все. Еще 40 секунд. Да работаем. Команды стоп не было. Это больно. Все, сдалась? Я не сдалась, это было больно. 20 секунд тогда, терпеть. Бойцу не больно, бойцу приятно. Продолжай. Две секунды ускорились, концовочка, взорвались. С вами был Богдан Хмельницкий, человек, который заставляет женщин стонать. Итак, какой счет? 13-8. Устала? Нет. Так, Даша победила в первом, да? Счет 1-0, немножко отдыхаем, переходим ко второму кругу. Ребята, всем привет, меня зовут Богдан Хмельницкий, я продюсер этого видео. Заберу у вас совсем немного времени. Хочу поделиться с вами одним здоровским лайфхаком. Я, как и любой спортсмен, много лет принимаю спортивные добавки, в частности, протеин, пью протеиновые коктейли, в нашем случае это Pure Protein. Однажды, совершенно случайно, я обнаружил, при утреннем завтраке я кушаю кашу, каждый день кушаю овсянку, как все обычные люди, ну и не всегда она мне залазит. Сахар туда добавлять нельзя, чтобы не толстеть, банан тем более.
И тут я подумал, а почему мне не добавить туда протеин? Взял пюр-протеин, ну, вот этот, конкретно этот, это сливочная карамель, немножко молока добавил, он разбух, и получилась вот такая вкусная, питательная, здоровская штука. То есть я кроме сложных углеводов и энергии на целый день от овсянки, я еще закинул в себя дозу необходимого белка, а мне, как вы понимаете, соответственно, 120 килограммов белка нужно много. Очень рекомендую, приобретайте пюр-протеин по ссылочкам внизу на любом из маркетплейсов, не стесняйтесь. И продолжайте смотреть видео. Пока. Так, второе упражнение. Пролезть вот этот рукоход туда и обратно, а в конце коснусь ногами вверху. И все это на время. Даша, готова? Счет пока 1-0 в свою пользу. Поехали. Давай, поехали. Ни хрена себе. Главное не сломать, не нашел. Давай, Даша. Что-то мне кажется, это нелегко, да? Сколько раз? Сто, один достаточно, 17 секунд, и теперь Алена, сделай за 16,5 и победишь. Да. Приготовилась? Да. Ну иди. Ой, скользко, скользко. Давай, 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 Алёнка, давай, 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 держись, давай, 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 Алёнка, давай, можешь, хорошо, давай, можешь. Хорошо. Давай, 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 а я сделаю стоп-тайм, ну, скользко. Надо было. Надо. Давай, 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 до давай, конца. Давай, давай, до конца. Еще, еще, до давай. Конца. И... давай. Оп, стоп, молодцы. И счет пока 2-0. Отдыхаем. Попробуй. Хотя не отдыхаем. Все, все. Ого, Шишка. Правда? Как-то еще одна перекладина. Вызовите скорую. Так, какое у нас следующее упражнение? Ну, в этом ты сейчас будешь сильна. Приседания в гак-тренажере, обратные вот. Приседания. Спасибо. Хорошо? Пойдем за поясом. Пошлите за поясом. Пошлите. Провожу. А почему лежа вы застегиваете? Почему лежа? Для того, чтобы удобно. Удобно, и как кишечник, как и все внутренние органы были в нормальном состоянии. То есть, если стоя корсет застегивать, будет не так, как надо. Нет. Да? А вообще зарубываемся, кто встанет в обратном гак-приседании с большим весом на одно повторение. Правильно я понимаю? Наша задача – большой вес. Ну, смотрите. Боже, на что я подписалась? Давай. Добралась. Это не на рецепции стоять. Тут думать надо, понимаешь? 140. Это же не шутки. Раз. Раз, хорошо. На выдохе 2, хорошо. О! На выдохе 3, нет, все ставим. Так, 140 килограммов 3 раза. А ты раньше приседала 140 килограммов? Нет. И все, ставим рекорды, да? Если что, я тоже не приседала 140 килограмм. Раз. Так, у тебя преодоления нет, тебе легко, все видно, все понятно. Что? Вот, хорошо. Итак, сейчас 160 килограммов. Сделать на два повтора. Два повтора. Потом будет 180 на один. И 200 тоже на один. Это первый раз, когда действительно страшно. Да. Выдох, хорошо, молодец. Умный. Давай. Зашло? Зашло? Она сгибается уже сама. Не так тяжело, как кажется, да? Поддержи мне спину тоже. Раз. Говорю, поддержи мне спину. Нормально стой. Пока ноздря в ноздрю. Очень легко. Девчата справляется. 160 килограммов. Следующий 180. У нас сегодня батл. Но вот этот вот вес в количестве сколько КГ дашь? 180. 180. Вот сегодня мой новый рекорд. Подожди, ты еще не поставил. Давай. Один. Слава Богу. Здесь всего три твоих веса. Это же ерунда. Поясницу мигнем сейчас. Давай. Я понимаю. Итак, 180 килограммов. Нет. Давай, молодец, молодец. Засчитали? Да. Засчитали. Они сделали вот так вот. Не поднимается.
прекрасно исправляйтесь. Пока нет никакого накала, мы со 180. Со 180 и начнем. Вот здесь начались соревнования сейчас настоящие. 200 килограммов на раз. Все, соревнования. Давай. О боже мой. Собралась. 200 килограммов на один раз. Не, ну как бы сложно, как соберись. Собираюсь. Маленькими шагами идешь к поставленной цели. Так. Я сделала 200. Вот, ага, осталось всего еще 5 шагов. До 300. Нет. Самое интересное, только начинается. Только начинается. Почему ты не начиналась? 3 килограмма. Сейчас. Самая проблема в том, что мне сложно поднять, потому что маленький рост, и мне приходится остановиться на носочке. Ну ладно, сейчас попробуем. Встали. Есть. Все, я снимаю соревнования. Я тоже. Мы останавливаемся на 200. Либо продолжаем меньше вес, 100 килограмм, например, кто больше присядет раз. Значит, кто-то должен выиграть. Давайте. Давайте. Итак, 200 килограмм присели обе девчонки, решили дальше не идти и сейчас приседают 100 килограммов на количество. Поехали. И будем считать, да? Алло, сама считай. Раз, я считаю. Два, хорошо. Три, хорошо. На выдохе 4. Выдох 5, хорошо, молодец. 6. 7, хорошо, молодец. 8. Выдох 9, хорошо. 10. 11, хорошо, молодец. 12, хорошо. 13, молодец. 14, молодец. 15, хорошо. 16, хорошо. Еще. Еще, давай. 16, можешь еще. 19, можешь еще. 20, поехали. Осталось 30 всего. 21, хорошо. 22, можешь еще. 23, не сдавайся, еще. 24, можешь еще. 25. Да все равно что-то способно. Работай, Алена. Давай, можешь. 26, можешь, давай. 27, можешь. 28, молодец, еще давай. 29, хорошо, еще можешь. 30, хорошо. Ты же можешь еще. 590. Конечно, Стратя, конечно, можешь еще. Зато жопа будет как камень. Раз. Два. Три. Какая-то девочка помогает считать. Спасибо, девочка, спасибо. Пять, пожалуйста. У меня с счетом 6, очень все хорошо. Да? 7, сколько я пальцев сейчас показываю? 7, 8, так, а сколько? Так, а сейчас? 9, а сейчас? Ага, 10, не сбил, не сбил. 2, молодец. 11. Хорошо. 12. 13. А? 14. Все-таки сбилась на один, ты видишь? 15. 17. 17. 20. 18. 15. 19. 20. 21. 22. Давай, ладно, не изображай, мы все видим, что тебе не тяжело. 24. 25. Как работает ягодичная кость? А прозвище есть у тебя? 28. Карамелька. 29. 30. Еще будем снимать? Будем, конечно. 31. Все достаточно. 32. Хотя можно было бы поставить личный рекорд. Выше, выше, подвыше. Куда идти дальше? Итак, мы сейчас снимаем вес и подъем коленей, на статику работаем на пресс, на коленке кладем по 5 килограммов. Как у тебя, Алена, с прессом? Все хорошо. А что с руками? Я вижу, тебе скользкие руки, тебе надоели, ты пошла. А я не намазала. Я уже поздно, все. Сейчас я принесу тебе магнезию. Спасибо. Что это за лабрикант, девчата? Это для того, чтобы как отпечатки оставлять, где мы были. А ну останься так на секунду, останься, вот как ты сейчас стояла. Да. А ну хлопни разок. Отпечатки.
тебя так остался, ну так. Поехали. Главное, голову не долбануться. Вообще, мне секундомер, какая разница, сколько, ну, да. Сколько секунд? Давай, раз, два. Опа, держим. Ну так, для интереса просто. А что ты глаза закрыла? Уже, что ли, тяжело? Не вздумай. А почему не орлиным хватом? Почему ты молчишь, Алена? А мы как обезьяны. А уже полминуты прошло, хорошо висит. Какие ощущения? Отлично, давай. Аленка, прием, прием, Аленка. А ты в анабиозе, как бы экономишь силы, я понимаю. Терпи, терпи, ты можешь. Терпи. Уже больше минуты прошло, а вы все держите и держите. Ничего себе, у тебя пресс. Я уже не могу. Я тоже. Что, что, что? О, боже, у меня поясница жопа. Терпи, 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 терпи. Поясница или жопа? Поясница. Я все. Руки у меня для скуки. Ты выиграла. О боже мой! Надо было, блин, смазать мои идеи, чтобы не скользил. Счет становится 3-1. А что, ну зачем секундомер? Да. 2 минуты даем. Две? Две. Что-то шутка. Шутка, конечно, одна. Ага, пошла. Пошла. Да там еще выставляется в спорте, я уже просто только на ступени смотрю. Вертолетики. Бля, я дело в том, что я боюсь, что меня просто вырвет здесь. Я в принципе боюсь этого тренажера. И херячь сразу на плюс. На максималку. А какая максимальная? 20. Давай, давай, давай. Время уже идет, эй, уже 4 секунды прошло. Ты стал максимум вверх, еще на круг. А можно еще на круг? Так и сделай за 57 секунд 22. Ведерко дать, чтобы если. Подъем, молодцы. Легкий тренер. Так, вставай. Итак, в этой зарубе со счетом 3-2 победил тренер. Но ты дала бой, видишь, в конце дала бой. Девчонки, впечатление, самочувствие. Все отлично, жопа как камень, ноги горят, пресс, икры руки. Передают привет вместе со скотовидной. Скотовидной. Ну, Макс, ты запомнил, да, скотовидная, надо мне назвать. Скотовидная мышца. Восстанавливайтесь, ждем на YouTube. Пока. Всем пока.